10 марта в соцсетях было опубликовано видеообращение заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Наргизы Саидовой с извинениями по поводу ее комментария к публикации о многоженстве в Фейсбуке. Неделю назад Наргиза Саидова написала со своего аккаунта комментарий оскорбительного характера в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и матери правоверных Хадиджи, да будет доволен ее Аллах, что в свою очередь взбудоражил узбекский сегмент Фейсбука. В течение недели активные пользователи соцсети высказывались на своих страничках с осуждением и требованием к властям предпринять меры по этому поводу. В частности, они негодовали по поводу того, что вот такие личности с исламофобскими взглядами занимают высокие руководящие посты в госструктурах. Даже после публикации видеообращения, где Саида просит извинения у мусульман, чьи чувства она задела, пользователи соцсетей требуют от властей уволить и привлечь ее к ответственности, так как считают ее извинения неискренними. По этому поводу высказался и бывший мам соборной мечети Умина в Ташкенте Фазлидин Парпиев, недавно вынужденно покинувший Узбекистан после начала репрессий в его адрес. Он также опубликовал видеообращение в Фейсбуке, где сообщил, что считает извинения Саидова неискренними, поскольку она использовала формулировку «если я совершила ошибку», то есть она предполагает возможность своей правоты.